уважаемые зрители, у нас сегодня 30 августа 2019 года. Напоминаю, что у нас вообще-то 21 век. Ну и как вы думаете, почему в рабочий день, в пятницу, весь город перекрыт, дороги перекрыты, машины стоят в пробках? Вот как вы думаете, почему? А потому что у нас так называемый крестный ход. То есть, как я понимаю, религиозные экстремисты в светском государстве навязывают всем гражданам силой свою религию. И им попустительствуют власти города. То есть, они все дружно наплевали на Конституцию Российской Федерации, которая говорит, что у нас, я еще раз напоминаю, светское государство, и кому-либо запрещено свою веру как бы выставлять и ставить выше других, и уже давно этот принцип конституционный совершенно не выполняется. То есть, и опять же, видите, в этом участвует и полиция, им, видимо, нечего делать, и ДПС тут вот с собаками люди ходят, видимо, чего-то опасаются. Сегодня достаточно много жалоб я уже получил, в основном от бюджетников так называемых, о том, что им рассылают такие закрытые циркуляры, требуют, чтобы в этом мероприятии принимали участие студенты, учителя, представители других государственных учреждений. Но мне их совершенно не жалко. Я всем сказал, что если вы не можете сказать «нет» и не можете сами свои права отстаивать, то, соответственно, значит, терпите. Ну, в принципе, уже в этих мероприятиях в последнее время гораздо меньше народу стало принимать участие. В прошлом году, как я понимаю, организаторы вообще столкнулись с тем, что там, ну, буквально несколько сотен человек они собрали, из которых большая часть либо представители так называемого духовенства. Вот вы видите, там идут люди в странной одежде. Мужчины почему-то идут в чем-то похожем на женские платья. Вот молодые люди идут тоже в платьях, расшитых золотом. Вот еще видите, детей в это силой вовлекают в такие мероприятия. То есть я напоминаю, что 8 километров по центральным улицам идет это шествие, и весь город парализован. Люди не могут проехать ни к областной больнице, ни вообще работать, как мы, предприниматели. То есть смотрим и наслаждаемся этим зрелищем.
О, а кто же это? Это Николай Сергеевич Валуев. Раньше он возглавлял десантников. Ну, с ним, кстати, замглавы администрации. Мне вообще интересно, каким образом эти все люди сегодня не работают, а вот в рабочее время с ним коробка рядом с Валуевым. Валуев, кстати, то с десантниками ходил, хотя вообще в армии не служил. Потом мы ему все благодарны за то, что он проголосовал за увеличение пенсионного возраста. Вот такие у нас депутаты, такие у нас чиновники. Видимо, в этом году приложили побольше усилий. И каким-то образом, а все равно народу мало. Сейчас я сниму потом, после прохода колонны, сколько благодаря вот этим титаническим усилиям чиновников удалось все-таки собрать на этом мероприятии народу. Ну, посмотрите, ради вот этих вот мероприятий у нас город сегодня парализован. Люди не могут даже улицу перейти сейчас. Ну, там целая колонна скорых помощи. Тоже, наверное, врачам заняться нечем. Где-то тут еще обычная МЧС. Наша есть, которая отчитывается о том, что пожаров не допущено во время крестного хода. Вот такие в городе Брянске у нас развлечения. Так. Ну, сейчас они пройдут. Я вам покажу, чтобы точно можно сказать было. Ну, примерно точно. Я уже научился считать по ширине проспекта Ленина, сколько людей идет в колонне. Ну, вот они прошли. А, вот посмотрите. Народу реально очень мало. Тут, наверное, даже 1000 человек не наберется. Вот. И вот ради этого, как я оцениваю, мракобесие. Ну, кстати, не только я. Александр Глебович Небзоров называет крестные ходы парадом мракобесия. В принципе, не могу с ним не согласиться. Мне это выражение нравится. Смотрите, вот сколько полиции. Тут, видимо, тоже людям заняться нечем. ДПС. Тоже, видимо, заняться нечем. Ну, давайте вот посмотрим. То есть... Я напомню, что обкому КПРФ запретили не только шествия проводить, против пенсионной реформы, в частности. Митингам препятствовали всякими способами. А вот недавно, когда была заявка на митинг и шествие за честные выборы, против фальсификации выборов, и вот видите, да. Значит, не разрешили не только шествие, не только митинг КПРФ не разрешили. Разрешили всего лишь пикет, где нельзя было выступать. А вот этим всем господам, пожалуйста, им зеленая улица. Вот в такое время мы живем. И вот таким образом Брянск развлекается. Всего вам доброго.